have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Dead Space, 21 часть, идем избавляться от ядерной бомбы, от ядерной ракеты. Красота, правда? Так, сколько у меня патронов на автомате осталось? 58. Поставлю его вместо огнемета, и вы сейчас поймете почему. Хотя я думаю, вы уже поняли почему. Warhead у нас unstable, да? А что теперь? Да? Не, ну в принципе логично. В принципе-то логично, понимаете? Окей. Хорошо, я понял. Не, ну классно же, конечно, классно. Мне их можно убивать, но мне их нельзя взрывать, скорее всего, да? Ага, я понял, что мне надо. Я тут заперт, отлично. Я его запустил. I'll clear your route to the engine room. Grab that singularity core and let's get out of here. Это, кстати, офигенный вопрос. Если они были... Да уйди ты к черту за... Блин, да я в менюшку зайду. Если они просто патрулировали, то зачем им атомная бомба? А если они приехали стрелять по кому-то, то кто тут находится, кроме нас? Это реально отличный вопрос. Так. Она вниз ушла, блин. Я думал, что она как-то эпично вылетит тут через какие-то ворота, что-то где-то. Но нет. А, у меня на рипере сколько, кстати, пил? 4. Ясно. Ясно. Ну, значит, нам вон в ту дверь. Гляньте, как она показывает. А сейчас она уже пошла. Ладно. Смотрите. Армори. Вот, в армори... Я бы сходил, на самом деле. Там должно быть интересно. Ой, тут сейф есть. Возьму-ка я... Так, переключи ты. Возьму-ка я швабру, наверное. Давайте сохранимся, раз мы разрулили. Они там поставили два взрывных монстра.
На одного из них я удачно попался. Я молодец. Так. Ага, мне прямо сюда. Значит, подожди. Денежку мы отсюда притянули, да? Чья-то нога и кто-то орет. Ну, отлично. Ладно, за денежкой мы сходили, можно теперь и сюда сходить. Драйте. Да... Да чертов огнемет! Пока ты его найдешь, блин. Это одна из проблем вот этой игры, то, что я уже не знаю, наверное, жаловался на этого, не жаловался, но из-за того, что пушки находятся в постоянной ротации, вот, пока ты найдешь нужную, просто забейте. Так, это на 4, ну, все, хорошо. Патрон на винтовку дают, неплохо так. Ты кто? Я понял, кто ты. Ну, надо было попробовать, на самом деле. Ага. На самом деле огнемет под них неплохо идет, потому что он детонирует их стазис модули. Так, а нам? Куда нам? Смотри, вот смотрите, как оно показывает. Теперь... В общем, туда. Хорошо. Аптечка, значит, давайте сюда еще зайдем. Погоди, шутинг рейндж? Подождите. А почему я не могу этот... В минуточку, вы хотите сказать, что я должен пройти шутинг рейндж, чтобы это открыть? Shooting range online. Caution. Live fire exercise. Серьезно? Тогда подожди. Так, ты ж... Вы мне предлагаете shooting range? Да останови ты это уже. Я не хочу это тратить. Где оно? Quarantine lockdown disengaged. Error. Shooting range out of service. Please contact maintenance. Это и был shooting range у нас?
Так. Я думал, что мне сейчас дадут из винтовки пострелять. Я ее уже надел. Думаю, сейчас перепройду этот shooting range, а оно вот так вот через задницу все. Так. Ага, ну хилки у нас, как обычно, нету. Это стандартно. Что там за звуки, я не пойму. Ну ладно. О, нод. Нод — это неплохо. Аптечка. Пойдемте, схожу в эту сторону, все-таки посмотрю. Офигенно, что когда ты стреляешь... кстати, shooting score 0. Отлично. Я ни в одного не попал. Хотя, возможно, можно было попасть в кого-то. Я даже не пытался. Я просто потому что сейчас... О, здрасте, переключу пушку, и оно, типа, будет норм. Проще вот так прощупать, потому что в этой темноте и ни черти еще не видно. Нормально? Ага, так, нам туда. Давайте я помогу. Нет, это ему не помогает. Да, я туда возьму другую. Дружище, ты лежи, отдыхай. Тебе больничный нужен. Это я зря. Упс. Чувака, кажется, дверь ее убила, да? Схема. Медпак. Схематик. Отлично. Перезаряжать не надо. А как мне там пройти? А, я понял, как мне его пройти. Хорошо, давайте тогда с этой стороны обыщем все, что нам... Можно даже вот так, кстати. И тут еще один. Ой, аптечка. Тут, смотрите, еще один этот есть замедлятель. Замедлятель. Да в смысле ты живое? Ой, дебил. Ну, смотрите, с другой стороны, огнеметом я очень мало пользуюсь, поэтому, ну, хоть так его используют. Cargo bay, нам сюда, сюда. I know my own fucking corporal. Chen, come in. Так, ага, я понял. Надо все с дороги убрать. А то я сейчас пойду, запутаюсь. Я знаю здешние кривые механики. Спасибо. Мне явно туда надо. Здрасте. Неужели я на катер немножечко патронов все нагребу? Блин, сюда могли бы нод положить на самом деле. Ну, то есть это довольно интересная нычка, ее не сразу найдешь, еще и живым сюда не сразу доберешься. Поэтому... Ну давай, срабатывай уже.
Так, тот чувак у нас, видимо, тоже уже кукуха поехал, потому что ему кажется, что Чен, кстати, Чен это тот, которого убили первым, который тут на корабле, типа, убил всех солдат. Да, классно, один некроморф убил всех солдат. Так вот, что, типа, он с ним разговаривает. Ну да, ну да, как бы... знаете, у меня есть супер идея. Хотя, у меня 13 пил есть, вот про что я. Давайте, может быть... Я поставлю Рипер пока что вместо супероружия, чтобы у меня и огнемет, и Рипер был. Так, 9. А, это то место, которое... Ага, я понял, я его видел с той стороны. Мне сюда, в карго. Здрасте. Еще пилы, спасибо. Так, это капсула, да? Да, вот, под 47. Это, собственно, капсула, на которой Чен и прилетел сюда. Он здесь будет каким-то боссом, что ли? Я не пойму. Это интересно. Слишком тихо. Есть стазис. Два стазиса. Давайте я возьму что-то посерьезней. Ага, понятно. Шкафчики были за манухой. Где? Жарьтесь, твари. Ты живое, нет? Живое. Неплохо, кстати. Где? Вижу. В прошлый раз он неплохо с огнемета горел. Да ну выпустим! Блин, оно меня просто зажало. Вот эта штука, это еще одна, которую я так обожаю. Если перед тобой монстр, неважно какого достоинства, верхнего, нижнего, просто живой монстр, ты его уже не переступишь. Ну, то есть, серьезно, он тебя просто зажимает в углу, ты ему ничегошеньки не сделаешь. Так. Рипер неплохая штука, но... Я
Я не хочу на это тратить катер. Где у нас... ага, вот эти стазисы тоже тратить не надо. Где у нас перезарядка стазиса? Вон там у нас перезарядка стазиса. Давай, поехали. Да, свали ты. Так, звездюк отвалился. Где ты? Отлично. Следующее. Нужна длительность. Давайте аптечки. Ну давайте аптечки, вы чё, ребят, мне сейчас вообще каждая сопля убить может. Вот это еще такая штука, которая вначале кажется забавной, то что тебе нужно каждого лично утоптать для того, чтобы получить из них лут. Но по сути... Фух, короче, ребят, я не знаю. В смысле, тут кто-то еще живой или что? Под 47. Легендарный. Что у нас осталось? 7 пил. Кстати, 7 пил это еще ничего. Аптечек нет, вот это печально. Тут сохранение. Я пойду сохранюсь, пофиг, потому что пережили этот файт.
Короче, для борьбы с вот этими здоровыми нужен Unlimited Stasis. Unlimited Stasis и... огнемет. Огнемет с ними. Очень неплохо справляется. О, может, тут аптечка будет. Пилы. Аптечка. Хоть на парочку единиц, это хорошо. Но далее, погодите, у меня теперь их два. Четыре. Оу, давно я не исповедался. А, еще я нашел схему, значит, где-то будет... Здрасте. Значит, где-то будет еще один нод, да? Получается 5. Возможно, мне предлагали эту арену использовать немножечко шире. Ну, что-то как-то все неуклюже сделано. Короче, видите? F... Ладно. F это лечиться, извиняюсь. А вот так F это кинезис. Но когда ты стреляешь, причем, ну, кинезис не работает. Это тоже нужно учитывать. Что-то вылетит на меня за это или нет? Далее немножечко подправить здоровьице. Мне нужен магазин, мне нужен верстак. Причем и то в любом порядке, в любой очередности. Big Badaboom. The battle's reunition log. It wasn't just a nuke. They came loaded for war. He can destroy. This was no control. They knew about the Ishimura. Someone knew. We were all dead. From the moment we arrived. Ну, по сути, да. Вот тут я с тобой уже согласен. На самом деле, лучшее, что вы можете сейчас сделать, это взорвать Ишимуру к чертям собачьим, чтобы не допустить... Что за лаги? Распространение всей этой фигни. Так что... Спасение Ишимуры – это очень сомнительная затея. Блин, а лифт не работает. Серьезно? Мне вот все... Вот это заднее, это не лифт, это шорткат. Офигенный, блин, файт получился. Ладно, давайте эту серию тоже сделаем немножечко. Подлиннее, поскольку у нас получился ну прекрати ясно, она не прекратит. Ага, да. Мне, чтобы вот это залутать, нужен второй ящик. Так. А ты? Нет, так не получится. Зря потратил. Но мне туда надо. Ладно, допустим. Может, я найду второй ящик. Shift, блин! Не беси меня. Ну, вот, короче, вся стратегия игры. А, о, он второй ящик.
Вся стратегия игры в том, чтобы надамажить меня. Я тебя понял. Так, играем в Тетрис. Самый кривой Тетрис, изобретенный человечеством. Потому что нормально поправить эти ящички не получается. Минуточку. Или вы мне прям предлагаете... О, погоди, а так вроде работает. Да? Я заберу. Это тоже заберу. Заберу, подлечусь. Стратегия игры — надамажить меня как можно сильнее, а потом вместо лута кормить меня аптечечками на один поинт. Беги! И даже типа ставить не... Ставить, говорю, не... Нормально? Держит? Держит. Fire suppression system. А ты у нас elevators. Мне пофиг, сколько у вас тут, вы не подойдете. F. Тупой респект. А, то есть я мог просто сейчас сюда прийти. Вот бы что на меня ждало. Ну и пофиг на тебя, тварь. Сохраняемся. Сохраняемся. Тогда, ребятки, предлагаю на этом сохраниться и будем заканчивать серию, потому что уже как бы время. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.